Привет, еще это Стронер, и мы продолжаем выживать на необитаемой планете. Почему необитаемой? Потому что единственный живой организм, который здесь есть, это я. За прошлую игру я ни одного вообще существа здесь не увидел. Хотя бы инопланетяшку какую-нибудь или еще что-нибудь. Но мне не скучно, несмотря на то, что играю я один. Я всегда играю один, даже в такие кооперативные игры. У меня есть подписчики, которые пишут мне и... который обучает меня. Кстати, насчет обучения. В комментариях мне написали, что я могу опоры ставить, не заходя в инвентарь, не вытаскивая их, а просто нажимая буковку Т. Ты посмотри, как это быстро и легко. Ну все. А еще я могу вот эти опоры поднять телекинезом и убрать их также телекинезом в сумку. Смотри, чпиньк. И вот это тоже чпиньк. Ну я теперь просто профессиональный астронавт. Спасибо всем, кто писал, помогал. Не забывайте про меня, продолжайте писать, обучайте меня. Я все это буду показывать. Короче, мы продолжаем исследовательскую нашу деятельность. Во-первых, меня попросили сходить в лес, там вот набрать вот таких вот всяких раковин, изучить их и получить байты. А, подожди. Мне еще же одну подсказку дали в комментариях. Сейчас, минуточку, насчет пушки. Я вначале изучу вот эту штуку, просканирую. 40 байтов, отлично. Короче. Насчет пушки. Оказывается, видишь, у меня тут контейнеры вот эти вот, которые я делал в прошлой серии, я их сюда прицепил. При помощи них они набрали песок, ну, пушка собирает песок и отправляет в контейнер, точнее почву, а не песок. И эту почву я могу обратно выплевывать, когда у меня есть контейнер. То есть смотри, я вот так вот собираю почву, землю. Вот контейнер набрался. А теперь мы эту почву всю выкинем обратно. Давай. Выкидывай. Вот так вот будем наращивать. Опа, и вот у меня здесь уже имеется небольшая арочка из камня, из почвы. Я здесь могу вообще уши какие-нибудь сделать. Вот такие вот инопланетные. Человечек получился. И вот тут голому ему давай. Вот. Опа, здоровенная рука даже, наверное, если я здесь вот большой палец сделаю. О, что-то похожее. Рука, которая хочет меня загребать. Но также у нас здесь есть еще вот такая штука, что это? Это, наверное, выравниватель какой-нибудь, я не знаю. Хотя нет, это тоже наращиватель. О, кислород кончается, что-то я увлекся, мальца. Мальца увлекся, ладно, все. Пойдем в лес, сходим, там поковыряемся, наберем побольше этих ракушек, других всяких элементов. Также мне сказали, типа, опускайся в пещеры, под землю, там тоже куча всякого интересного добра есть. Вот еще ракушечка. Мне, кстати, нужно 10 ракушек найти. Ну, не только ракушек, но и другие всякие штуки. А, мы же еще в прошлой серии с тобой в исследовательское бюро наше, ну, я имею в виду, где мы исследуем наши всякие непонятные штуки, закинули какой-то камень с кристаллами и начали его исследовать. Надо туда заглянуть и посмотреть, что мы наисследовали в итоге. Уже... Сколько тут ракушек-то? Ты погляди, это просто капец. А что они тут все делают? И самое главное, где улитки в этих ракушках? Они все иссохли, что ли? Помимо всего этого, я узнал, что мы сделаем тут обязательно ракету и полетим на другие планеты. Ты посмотри, что я нашел. Что это такое? Что это? Это можно открыть? Это экзотайник. Укрепленный контейнер можно открыть с помощью взрывчатки. Так, минуточку. О, кислород, твою ж налево, кислород, я сейчас задохнусь. Я про него забываю вечно. Что ж такое-то? Надо было, короче, делать кислородный модуль ускорения, удлинители маленькие. Да, я сейчас, короче, специально сделаю себе кислородный контейнер запасной. И пока что мы здесь, на базе, я забегу в исследовательскую свою базу. Посмотри, что мы там исследовали. Давай, открывай. Осмотреть. В смысле? А как же исследование? Поместить предмет в камеру. Я же тогда помещал сюда. А как? Ничего, оно, видимо, исследовалось и куда-то в базу знаний улетело, наверное. Так, смотри, вот эти вот штуки, платформы, я могу закреплять. Вон, смотри, там есть петли снизу. Смотри, хоп, закрыл. Это для того, чтобы я случайно не мог эту платформу переместить. Давай я ее цеплю, хотя нет, пускай зацеплю. Так, помимо больших предметов исследовательских, я могу еще исследовать, например, вот соединительные элементы. Сейчас я их соберу побольше. Мне об этом тоже написали в комментариях, я хочу это попробовать. Типа, соединительные элементы, мы не знаем, что это такое. Это просто соединительные элементы, но для чего они? И что это вообще, в принципе, такое? Вот, соединительный элемент у меня имеется. Так, что-то его маловато имеется. Давай-ка побольше наберем. Вот так вот. Сейчас обязательно за своим трупом еще забегаем.
прошлом. Вот так. Сколько у меня там соединительных элементов? Ну, в принципе, наверное, даже достаточно будет. Ну, я еще... Я копаю прямо под своей базой. Это, наверное, очень опасно. Надеюсь, что база не обрушится. Кстати, ты обращал внимание, что когда я высасываю почву и другие всякие элементы, из ствола вырывается огонь? Офигеть. Я не обращал на это внимания. Все, короче, этого достаточно. А, контейнера-то у меня нет, чтобы нарастить почву обратно и вылезти отсюда спокойно. Ладно, будем выкапываться. Выкапываемся давай. Вот так-то. Значит, берем сейчас. И кислород кончился. Вечно я про него забываю. Как про него не забывать-то, а? Хоть надпись на весь экран пиши. Ерор, кончается кислород. Значит, я сюда сейчас попробую закинуть свои элементы, вот эти соединительные. О, смотри-ка, реально исследуется. Исследуется. Че по времени? 2 минуты. 2 минуты 20 секунд. Окей, пускай исследуется, а я потом чуть позже сюда вернусь. Ладно, пойдем за своим телом. А, я же опоры там оставил еще, в том теле. Надо опору сюда в лес закинуть, парочку штучек, чтобы кислород у меня не кончался. А еще я включу компас, чтобы не теряться, а то я в лес забежал и потерялся, не знал, в какую сторону бежать. Где мое тело? Тело, тело, вот оно, тело. Забираем. Сейчас все это перекинем, вот таким вот образом. Соединители еще, контейнеры обязательно, вот опоры. Че, вроде бы все забрал. Отлично. Опоры надо теперь снарядить. Компас отключись пока на минуточку. Это мы убираем. Теперь нам нужно обратно контейнеры подсоединить к нашей пушке. Так вот. Да что ж такое-то? И вот так вот. Пускай так будет. Все, возвращаемся срочно обратно. У нас опять с кислородом траблы. Ракушечка, интересно, успею я исследовать или нет? Есть. База, я здесь еще одну ракушку. Блин, да тут куча ракушек. Стойте, минуточка. Минуточка, секундочка. База в другой стороне. Твою налево. Че, опять опоры, кислород, мары. Где кислород? Кислород, малая батарея. Рабочий фонарь, маячок. Маленький генератор, малый контейнер. Фильтр кислорода. Давай, давай, давай. Фильтр кислорода. Делай, делай. Все равно задохнулся, блин. Вообще не хватает кислорода. Сколько я уже клонов своих замухрытил, а? Своим небрежным отношением к кислороду. Все, 10 из 10 ракушек. Еще вот эти вот цветочки соберем. Задание выполнил. Новое задание — мастер распаковки. И идем в исследовательский центр. Сейчас посмотрим, что там у нас происходит. Ты все исследовал или нет? Ну-ка, показывай. Еще минута 42. Как долго исследуется-то, а? Реальное время течет? То есть, как в реальной жизни? Это, я думал, тут игровое время. Значит, хорошо. Мы выполнили задание по сбору байтов. Это балдежно. Давай посмотрим, что у нас там по заданию. За науку. Это забираем. А вот и образцы. Вот это мы тоже забираем. Плавление металлов. Вот, на этом мы остановились в прошлый раз. Мы это задание берем себе на вооружение и будем делать плавильню. Ух ты, нифига себе. Это что? Сколько опор? Сколько опор-то? А вот это что такое? Маячки. Маячки очень нам понадобятся. Но пускай пока поваляются здесь. Пускай валяется пока все здесь. А мы посмотрим, как нам распечатать плавильню. И вообще, где ее распечатать? Поскольку плавильня, она большущая, нам нужен, наверное, большой принтер. О, давай искать. Большой принтер. А вот и плавильная печь. Плавильная печь. Наверное, это она. Плавилка, плавилка. Какая разница? Можем ее открыть, она стоит всего 250 байт. И для того, чтобы распечатать эту плавилку, нам понадобится большой принтер. А у меня, кстати, косарь байтов, офигеть. И они еще и капают откуда-то. Непонятно откуда. Значит, для того, чтобы напечатать большой принтер, давай посмотрим, что нам нужно. Большая платформа, платформа, это не то, камера для исследования. А вот плавильная печь. Значит, нужна смола и соединение. Смола. Пойдем поищем, она тут недалеко была. Нет, это огромное количество. А еще нужен трэш-сборник. Ну, перерабатывальщик трэша. Он мне нужен, чтобы переработать металл. Ой-ой-ой, как я покатился-то. Спокухочка, спокуха. Вот смола. Давай-ка собирай. Четко. Я думаю, мы сейчас плавильню сделаем. И будем копаться вниз куда-нибудь под землю. Пещеры будем искать. А еще я хотел динамит найти. Кстати. Или сделать его. Я могу динамит делать. Давай посмотрим вот в этом рюкзаке. Динамит, динамит. А, нет, динамит нужно изучить. Точно, я его где-то здесь видел.
Динамит. Где фейерверк и прочее? Вот, динамит. Нифига себе, 3750 байтов. На него копить и копить еще, чтобы взорвать тот контейнер. Кстати, чтобы его не потерять из виду, нам нужно взять маячок и оттащить его туда, к этому контейнеру. Хорошо придумал, да? Заодно я сделаю... Вот, я маячок беру, кидаем его в рюкзак. Побежали. Заодно я сейчас поставлю опоры. Вот так вот. Вот, бежим и ставим. Вот это вот роскошно. Вообще не запариваешься. Чтобы в инвентарь нужно залезть, опор достать. Единственное, найти бы тот контейнер опять. Контейнер. Он где-то здесь был. Даже? Вот где-то здесь. Нет? Блин. Но бежал и сдох я где-то здесь, в этой области. Че, у меня опоры закончились? Понятно. Сейчас я сделаю себе кислородную штуку. Малый генератор — это не то. Малый контейнер. Фильтр кислорода. Вот я сейчас его сделаю. Все, он у нас есть. Соответственно, запас кислорода у нас увеличился. Я сейчас здесь... Вот он, этот контейнер. Оказывается, я тут рядышком с ним был. Сейчас мы поставим здесь маячок, чтобы не потерять его из виду. Маячок включить. И бросить тебя здесь. Вот. Теперь он будет у нас на компасе отражаться, по логике вещей. Вот, я убегаю. Да, все, он на компасе у нас есть. Отлично. И если что, я к нему потом вернусь. Хотя смотри, вот тут знак контейнера тоже сам по себе отображается. Ну да пофиг. С маячком всяко будет проще. Компас убираем. Обожаю вот такие моменты, когда ты прыгаешь через пропасть, и у тебя адреналин зашкаливает, и ты думаешь, блин, перепрыгну я или нет. И ты перепрыгиваешь. Ну все, короче, все. Смолу я собрал. Получается, плавильню мы можем себе позволить. Печатаем. Печатайте мне плавильню. И задание у нас выполнится. По-моему, у нас еще выполнилось какое-то задание. Сейчас посмотрю, что там у нас есть. Нет, плавление металлов отслеживается. Инструменты. Разблокировать, напечатать и прикрепить модуль ускорения для инструмента изменения рельефа. Я его уже изучил. Модуль ускорения. Он у меня где-то здесь должен печататься. Сейчас я его посмотрю. Малый принтер. Модуль ускорения. Для него нужно что? Цинк. А где мне его достать? Плавильная печь нужна. Понятно. Значит, сейчас у нас плавка напечатается, и мы посмотрим, как нам сделать цинк. Хорошо, дальше. Только байт. Нужно собрать 2000 байтов. Хорошо. Мастер распаковки. Разблокируйте исследовательское пособие Exodynamics. Найдите и разблокируйте. А, ну мы нашли. Мы нашли. Осталось только его подорвать и открыть, соответственно. Ищем литий. Соберите литий 3 штуки и свет вдали. Это потом. Свет вдали. Там нужно найти какой-то маяк и столб света и его изучить. Ну, что так долго печатать? А, что насчет исследования? Смотри. Оно исследовалось и исчезло. Ничего не исследуется сейчас. И тут тоже все пропало. Преобразуют предметы для исследования и ресурсы в байты. Короче, все, что я исследую, отправляется вот сюда. Смотри, 1060 байтов у меня теперь. То есть все, что я исследовал в этой лаборатории, перерабатывалось в байты. Все, теперь понятно. У меня до этого же было 1038, а сейчас 1060. Это вот соединительные элементы у меня исследовались. А распаковать плавильню. Куда же тебя поставим? И нужна ли тебе платформа? О, да, скорее всего, ей платформа понадобится. И такая же большая. А вон на ту ее не поставить? Минуточку. Нет, скорее всего, не поставить. Ну-ка, соединитель сверху. А, 4 соединителя нужно. Ясно. Окей, значит, нам нужно еще напечатать платформу A. Или платформу B. Сейчас я посмотрю. Платформа, большой принтер, большая платформа B. А может быть А? Нужна смола, в любом случае, для той и для этой платформы. Ну чё, предлагаю спуститься в какую-нибудь пещеру. Уже наконец. Вот тут мы вели раскопки. Знаешь, что нужно только сделать? Опоры. Обязательно нужны опоры. Сейчас я посмотрю. Пускай делается. И вон там вот пещера есть. Вон туда нам нужно будет идти. Вон она. Она открытая, я ее не раскапывал. А, такая была. Ставим, значит, опоры и идем сюда. Сейчас посмотрим, что там у нас в этой пещерке. Наконец-то. Нас пещеры ждут. Опа. Может, там и смолу найдем заодно. Ух ты, нифига себе, как тут глубоко. Глубоко. А, это что такое? Нет, только не падай. А, больно-то было. Пяточки отбил.
Понятно. А кислорода нет. О, а это что такое? А кислорода нет, нам нужно как-то выбираться отсюда. Сейчас, подождите, надо откопать себе проход. Фигово. А я под себя копать могу? О, могу. Отлично. Чпиньк. Давай сюда. Запрыгни. Ой, да. Значит, вот у нас будет мостик. Вот такой вот. Давай сюда. Да черт, что-то как-то криво. Мостик делается. Вот мостик. И пойду-ка я кислородный... Сейчас еще здесь надо откопать. О, отлично. Кислородные опоры поставить надо. Кислородные опоры. Как тут опасно. Я сейчас опять грохнуться могу. Сейчас вот тут подкопаю себе дорожечку. Фух. Вот здесь вот поставлю опору. А что, они кончились, что ли? А нет, вроде поставилось. Сюда кабель не дотягивается, черт. Ну давай, давай, вот сюда поставь. Ну что ты? Ставь сюда его. Черт. Так вот. Ну и вниз давай теперь. Как-нибудь вниз. Как нам сделать это вниз аккуратненько? Или все-таки спрыгнуть и уже оттуда сделать? Ладно, давай прыгать, надеюсь. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ау! Больно. Так. Как бы откуда нам сделать мостик? Наверное, отсюда. Поехали. Поехали. Что-то как-то я кривлю, походу, да? По лепке у меня... И по лепке, по черчению у меня была четверочка, конечно, но... Черт, вообще не так. Все не так. Вот это надо убрать. А, тут мешается. И вот отсюда налепить сюда. Мне там напоминает, что у тебя кислород кончается. Но проблема в том, что я не могу себе нормальный мост сделать. Вот, кажется, сделал. Давай здесь опору поставим. Вот так вот, и кислород наберемся. Фух. Кислород набрались, опорчику. Опорчику убираем. Опорочку. Ну вот, в принципе, чем тебе не мост, с которого ты сваливаешься постоянно. Эх. Черт. Тут вот так вот сделаем. А тут, да ё-моё, надо тут нарастить еще. А это убрать. Вот так вот. Давай-ка выровняем сейчас здесь территорию. Вот, и мостик сейчас тоже подровняем. Должно получиться. Давай-давай-давай вниз. Вот, смотри, как хорошо выравнивается-то. Ну, это все. Мостик готов, причем очень отличный получился. Ну вот, что скажешь? Сейчас я посвечу здесь. Вот такой мостище здоровенный, мощный. Я, правда, по-моему, всю почву и весь песок израсходовал. Надо будет еще набрать. Давай посмотрим, что же вот это такое. Поставим пушку. Какой-то новый минерал. Здесь его, кстати, дофига. Прям капец как. А у меня проблемы с кислородом. Пойдем-ка опоры сейчас сюда скинем. Пока строил мост, совсем забыл про опоры. Опа. Опору нам сюда поставьте. И давай вниз. О, кстати, уже посветлело немножечко. И от естественного света у нас здесь тоже светлеет в пещере. Это хорошо. Хочу посмотреть, что вот это такое. Давай откопаем. Ой-ё. Ох ты, как оно взрывается. Оно очень опасное. Лучше к нему близко не подходить. Семя взрыв коралла. Надо бы это исследовать. Забираем. Все это подберем. А, блин, его много-то не возьмешь. Оно по одной ячейке занимает. Одно семя занимает одну ячейку. Это очень не круто. Короче, вот этот минерал, который я тут собираю, называется латерит. Для чего он нужен, пока непонятно. Но в скором времени мы узнаем. Так, а еще нам нужно где-нибудь поставить маячок. На всякий... А, я маяки-то не брал. Но я их могу сделать. Маячки нужны, чтобы не запутаться в пещере. Поскольку пещера здесь такая глубокая. Вот, кстати, смола, пожалуйста, тебе здесь. Почву давай-ка заберем. Откопаем, заберем. Смолу тоже. Семя сейчас я повыкидываю. Тут слишком много семян я набрал. Мне будет достаточно и одного семечка. И опору надо сюда тоже протащить. Опоры, опоры. Еще бы соединительных элементов где-нибудь раздобыть. Чтобы сделать новые опоры. Надеюсь, я тут встречу что-нибудь подобное. А, так вон он, соединительный элемент. Он тут и есть. Хорошо.
Пойдем-ка за ним. Соединительный элемент. Надеюсь, в пещерах нет никаких огроменных червей, которые норовят меня схавать. Но учитывая, что живности тут нет, тут есть только подрывные всякие цветки, я думаю, мне не страшно будет тут. Значит, все. Отлично. Делаем опору. В принципе, я сейчас буду тут по пещере передвигаться, ставить опоры, и по ним же обратно буду возвращаться. И никакие маячки нам не нужны. Главное, чтобы опор хватило. Вот это вот тоже. И сумки-то у меня тоже забиваются. Блин, это нехорошо. Надо будет сейчас на поверхность, походу, бежать. Пещеры тут, конечно, вообще роскошные. Мне вот интересно, вот это вот, что за цветок такой, просканировать. О, 45 байтов дают. Это неплохо. Сканируй. О, и здесь еще. О, смотри, что я там нашел. Кажется, там мы сейчас исследовательскую штуку всякую поднимем. Но надо вернуться назад за опорами. За опорами. Вот она эта штучка стоит здесь. Нужно запитать ее. Интересно, хватит ли у меня материалов, чтобы сделать генератор? Кислород, контейнер, малый генератор, соединительные элементы. Понятно. Пойдем собирать. А это что такое? Вот эту штуку надо забрать, исследовать. Блин. Оставим пока здесь. А вот это вот, это что за материал? Металл какой-то. Открыть астропедию. А, ну просто железо, которое мы можем переработать. Давай сейчас его попробуем выкопать, потому что в комментариях мне писали, что я могу все предметы откапывать, брать в руки и переносить. Ну да, в принципе. Это касается и тоже ровера, того же ровера. Потому что я, когда я подходил, я хотел отодрать колеса, но не смог. И мне сказали, так ты просто возьми и откопай его, и тогда все получится. Это соединительный элемент или нет? Или что-то другое? Сфалерит. Это не соединительный элемент. И у меня кислород кончается, между прочим. Надо бежать обратно, 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 обратно. Я должен добежать до опоры. Вот она же опора. Давай, давай мы... О, фух, слава богу, мы смогли. Значит, делаем на нашем принтере малый генератор. Надеюсь, его хватит. Кстати, у меня как раз органика есть еще. Органика нам нужна для этого генератора, иначе он не будет работать. Значит, я тебя ставлю сюда. А где подсоединить-то тебя? С какой стороны? Ага, вот здесь вот надо тебя подсоединить. Откапываем вилку. Ну и цепляем. И ставим сюда органику. У меня, правда, ее не очень много. Опа. Хотя, в принципе, в достатке. Включаем генератор. Пошла зарядка. Маловато будет, прикинь. Недостаточно генератора. Черт. Давай еще один тогда. Еще один. Значит, ставлю генератор. О, а грибы это органика или нет? Сейчас-ка я попробую. Да, это органика. Даже далеко бегать не надо было. Здорово. Ставим наши грибы сюда. И соединяем генераторы. Этот генератор включаем. И все. Выполнено, мастер распаковки. Открываем. Не то. Снимаем крышку. Черт, кислород. Сейчас я вернусь. Ну и что у нас здесь? Это образец для исследования. Исследуем. 300 байтов, чума. Значит, генераторы забираем. Единственное... А, с местом у меня нормально. Все. Битком. Вот эту штуку забираем. Кстати, генераторы у меня работают даже в рюкзаке, серьезно. Блин, их надо отключить. А то они органику всю сожрут. Минутку. Выключить. Все, даже в рюкзаке генераторы могут работать, обалдеть. Так, ну что я могу сказать? Мы выбираемся отсюда, хватит нам этих пещерских приключений. Ну все, мы выбрались с этой пещеры. На улице у нас день. Это роскошно, потому что в кромешной пещерной тьме, ну, невыносимо долго находиться, просто с ума сходишь. Значит, закидываем его сюда. Мы поставили, включаем наши исследовательские штуки. А, ну оно само исследует уже. Сколько будет исследоваться? 6 минут 16 секунд. Это хорошо. Так, наша плавильня должна была напечататься. А куда? А, для того, чтобы ее поставить, нам же нужна была платформа. Точно, платформа. Вот мы ее и делаем. Эту платформу. Мы добыли достаточно смолы. Сейчас ее ждем и ставим потом плавильню. Также мы достаем еще из рюкзака латерит.
Надо исследовать его. Что это за фигня? Вот эту вот штуку. Семя взрыв коралла. Мы можем его, кстати, посадить и вырастет новый коралл, который также взорвется, если я начну его выкапывать. А еще где-то были другие соединительные всякие штуки. А, вот это вот. Сфалерит. Его тоже надо исследовать. И, конечно же, смолу надо исследовать. И, конечно же, органику. Вот. Вот три этих элемента. А, точнее, тут больше элементов. Че, почему дрита? Целых пять. Пять разных элементов. Платформа у нас готова, но у нас ярая нехватка энергии. У нас прям лаборатория забирает ее. Значит, к чему мы можем подсоединиться? Давай, наверное, вот здесь вот у нас будет плавильня. Мне, кстати, еще сказали, как разворачивать вот эти вот платформы. Ну, не только платформы, а вообще все, что я хочу поставить на CV. Это все разворачивается, поворачивается. Ну, вот здесь вот распаковываем. Плавильня будет здесь. Плавильня, иди сюда. Она должна тут встать. Вот, отлично. Встала. Ну и подсоединяемся к нашей сети, у которой так мало мощности. Чтобы... Черт, что, далековато, что ли? Ну, давай поближе поставим. Чтобы мощность нам нарастить, нам нужны солнечные панели. Сейчас я посмотрю, могу ли я их сделать. И вообще, мне их нужно было, по-моему, исследовать. Во, маленькая солнечная панель. Малая ветротурбина. Значит, ладно, исследуем сейчас маленькую солнечную панель. 300 байтов, я думаю, не так уж и много. Значит, мы можем малую солнечную панель сделать на своем мини-тринтере. Ага, тринтер. 3D принтер. Где-то она здесь должна появиться. Солнечная панель. Но я не знаю, из чего она делается. Может, там какие-то материалы понадобятся серьезные. Такой звук какой-то странный был. Как будто кто-то выкопался. Вот, малая солнечная панель, для нее нужна медь. А меди у нас пока нет. Блин, это семечко, короче, испарилось. Ё-моё. Ладно, за семечкой я еще... Надо было ее посадить где-нибудь здесь. Ну, там внизу под землей дофига этих кораллов. Я потом схожу еще возьму. Давай посмотрим, что у нас там по заданиям. Мастер распаковки. Получаем подарочки. Потом плавильню мы сделали. А, разблокировать и напечатать плавильню и очистите латерит и получите алюминий. Латерит, я же его тут... Вот у меня латерит, вот это же латерит, да. То есть мы сейчас в плавильне будем очищать латерит. Хорошо. Включить, а как сюда? А, его нужно вот сюда поставить, наверное, латерит-то. Так, минуточку, сейчас. Берем, значит, латерит и ставим его сюда. Ух, как это все работает-то. Это давай мы передвинем, чтоб не мешалось. Ничего себе. И вот как он выглядит. Алюминий. Наконец-то у нас будет алюминий. Блин, балдежно. Что у нас здесь? Сколько еще исследовать будет? 20... Почему? В смысле? Какого 27 минут? Вы что, прикалываетесь? Было же 6 минут. Ну ладно. Походу это надолго. А еще у нас заканчивается энергия. Я думаю, что пришло время достать наши генераторы. Вот эти вот. И соединить их. Выполнено плавление металлов. Ну, пойдем посмотрим. Новое задание. В неизвестность. Алюминий. Забираем. Чудо. У меня есть алюминий, но всего в одном единственном экземпляре. Алюминий нам нужен был для того, чтобы сделать ровер. Ровер. Хочу тебя напечатать. Вот на этом принтере его можно было, по-моему, печатать. Кислород. Трактор. Вот, да. То есть, если я сейчас возьму еще латерит, его переработаю, то у меня получится два алюминия, и я смогу сделать ровер. Подожди, а вот это что такое? Вагонетку мне дали? Да ну нафиг. Ну-ка, вскрывай. Смотрю, на коробке машинка нарисована. Да, мне не нужен трактор никакой, мне так подогнали его. О-о-о, прикольно. Значит, берем нашу седуку, и сейчас мы вставим его в наш трактор. Вот так вот. А его заправлять-то надо вообще? Садимся. А, да, походу ему топливо нужно. А по топливам он подразумевает, что... Так, войти... Не-не-не, мне нужно... Разведтранспорт с внутренней батареей
2 малыми ячейками и подачей кислорода. Очень низкий расход энергии во время работы. Угу. То есть мне нужно сюда подцепить... Ну, блин, а почему бы... Слушай, ну, в принципе, у меня же есть батарейка вот эта вот. Давай-ка мы сейчас ее запитаем при помощи наших генераторов. Давай, заряжайся. Отключаем наши генераторы, потому что батарейка зарядилась. Ее берем. Ее берем и ставим сюда. Эй, давай вставайся. Вставайся сюда. Все, кажется, работает. Смотри, как энергия кончается быстро. Садись в тачку и поехали. Уа-а-а, нифига себе, как мы носимся. Вот это да, вот это да. Это роскошно. То есть, пока мы перемещаемся, энергия тратится очень медленно. Но если тачка стоит на месте, она расходует энергию, как, не знаю, как не в себя. Сжирает ее просто. Выпивает. Вот ровер. Выходим с тачки. Батарейку, я думаю, надо снять. Хотя, вроде, пока она не расходуется. Ну, хорошо. Сейчас мы его откопаем. Мне же писали в комментариях, что тебе просто нужно его откопать. И вот, видишь, я колеса уже могу перетаскивать. В принципе. Тачку надо еще хорошенечко подкопать. Во. Все, это потом переработаем. Отлично. Садимся снова в точил. Поехали дальше. Так, что-то я застрял. Влетел во что-то конкретное. Ну, блин. О-о-о, смотри-ка. Тут вот еще есть минерал. Еще минерал, который нужно оттащить. Блин, а можно как-нибудь его закинуть на тачку? Прицепить куда-нибудь, а? Его можно поставить вместо седухи? Ха. Ладно, придется ручками, видимо, дотарабанить его. Или потом, может, с прицепом приехать. Рядом с ровером кинуть. Пускай будет. А я поехал на базу. И думаю, пора закругляться. Блин, ну тачкой-то, конечно, вообще... А по смоле нормально ездить? Нет. В смолу она врезается. А через растение вроде проезжает нормально. Да, роскошно. Блин, как она дрифтует-то круто. Ну, что тебе могу сказать? Очень балдежно. И это только наша первая техника. Тут есть еще куча другого всякого. В общем, если ты хочешь увидеть продолжение по этой игрухе, как мы будем развиваться здесь, то ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк под этим видео, подписаться, если ты еще не подписан, и ждать следующего ролика, на котором мы, собственно, с тобой и увидимся. Так что до встречи!